Всем привет, с вами снова Виктор Балет. Хотел рассказать вам интересную историю про свое детство в Каражале. Я родился в старом Каражале, примерно так выглядели наши улицы, дома. Отвалы были от нас очень близко, на расстоянии меньше километра, наверное, 500-600-700 метров от дома. Каждый день были взрывы, почти что каждый день. И мы с самого раннего детства уже лазили на эти горы, отвалы вот этой пустой породы, которые привозили с карьера белазы и выгружали. Мы любили за этим наблюдать каждый раз. Также мы в карьер лазили и на поверхности, и туда немножко спускались на несколько горизонтов. Было очень-очень интересные такие приключения. Потом мы придумали там делать такие домики из камней, то есть слаживали из камней, из кучу камней, или находили такие камни большие, и там делали такие небольшие как бы домики, и даже перекрывали их какими-то досками, потом, чтобы зимой можно было там тоже проводить время. Туда мы из дома притаскивали, например, картошку с собой брали, колбасу, там сало, там лук, какие-то овощи, фрукты, и делали там, грилили шашлыки различные. Очень было все интересно. Вот как здесь в этом ролике показано, да, вот, например, мясо брали с собой, колбасу, ну, все, что дома было, то я делал со своими родственниками, со своими друзьями иногда, и иногда даже делал один, например, когда особо в школу не хотелось идти, я учился так нормально, хорошо, но не всегда было настроение идти в школу, и потом я так затаривался, можно сказать, брал вот эти продукты с собой и поднимался на эти горы, отвалы, и там сам себе жарил такой шашлык, сидел, отдыхал, наблюдал за городом сверху, и было очень здорово такое ощущение свободы, знаете, то есть это ничем не заменимо, вот до сегодняшнего дня я люблю свободу. Итак, в следующем ролике еще что-то интересное расскажу. Пока-пока.